Или магазин «Светофор». Сейчас будем закупаться только проверенными качественными товарами. Они, кстати, неплохие на самом деле. 180 пакетов. 46 рублей 90 копеек. Это гигапак. Ну, большой, то есть. Большая упаковка. Вот еще. Фэри. Возьмем фэри. Хорошая. Брали уже здесь не один раз. 1 литр объем 69 рублей 90 копеек. Сейчас фэри в обычных магазинах стоит 0,5. В два раза дороже. И то даже больше. 200 рублей сейчас фэри 0,5. А это литр 69,90. Вообще никаким образом не отличается от того, что продается в магазине. Вот еще взяли такой вот набор ножей. Нормальные ножи? Брал здесь их? Острые? Да не, они острые, но они быстро топятся. Месяца два, наверное, и уже надо новый покупать. А точить никак, да? Да они стоят 150 рублей, проще новые купить. А, да? 150 рублей ножи. Маленький, средний, большой. Цвета есть там разные всякие. Вот эта сгущенка на самом деле очень даже неплохая. Товарищ взял две банки себе. Цельное сгущенное молоко с сахаром. 370 грамм, 78,90. Только недавно снимал видео про этот йогурт, что рекомендую его здесь покупать. Мы сейчас возьмем, наверное, прям целую упаковку. 6 штук. Одна бутылка 290 грамм, 34 рубля 20 копеек. Вот прям целую упаковку возьмем. Вкус клубника. 1,2% жирности. В телегу. Это получается рублей 250 вот 6 штук. Тушенку, да? Нормальная тушенка? Я не знаю, что это. Детское пюре. 71, наверное, стоит. У вас же детей нету, зачем вам пюре детское? Я для себя. Для себя? Фрутоняня, яблоко. И тушенка такая, говядина. Я как-то делал обзор всех тушенок из «Светофора». Вот это оказалось самая неплохая. И стоит самое дешево, 71,80. Детское пюре, 250 грамм, 39 рублей, 50 копеек. Возьмем еще вот таких вот пару смузи. 35 рублей 20 копеек, 190 грамм. Уже не раз здесь его брали, хорошее. Вот взяли еще такое мороженое, 900 миллилитров. 63 рубля 50 копеек. Хорошее мороженое, ванильное. 450 грамм. 900 миллилитров. 2 миллилитра, 1 грамм получается. Креветок еще взял. 540 рублей вот такой вот пакетик. Креветка северная. Цена за килограмм 424. Приехали, хотели еще взять творог, а здесь творог раньше лежал очень хороший, 300 рублей килограмм. Но уже все разобрали. Вот товарищ еще хочет взять лопатку такую, говорит, очень вкусная. С яйцами жарить, само то. 337,90 за килограмм. Правда, цены почему-то опять нет, но сейчас пойдем на кассу, посмотрим, как это они будут пробивать без ценника. Товарищ взял себе еще колбасы сырокопченой. И бекон. Бекон сколько стоит? 120 рублей, да, по-моему? Хороший, да, бекон? Я не знаю, как она будет пробивать. Вот я вот не знаю, ценника-то нету. Ой, да. Штрихода с ценником даже. Сейчас посмотрим. Посмотрим, да. Хороший бекон? Да, нормальный. Но его надо с чем-то вот так, какой-нибудь соленый. И колбаску такую сырокопченую. Вот палка на 273 рубля. Дымов производитель оригинальная. Даже вот морковка. Гранд Мари производитель сливки 10%, который я нахваливал. И икра тоже, которую я все хвалил, структурированная. Очень вкусная. Йогурт 4 штуки 60 рублей. 15 рублей один йогурт. Ого, ты открываешь. Это крылышки. Вот можно крылышек взять. Вот эта пачка 397 вроде. 325 рублей вот эта упаковка. Это за килограмм. Здесь пару килограмм почти. Возьми лучше куриную грудку, мне кажется. 253 рубля, нормальная цена вообще. Если курицу хотите брать. А это сколько? Это окорочок, 184,90. 375. Лучше вот столько окорочка уже лучше взять. Ну да, пакетик такой неплохой. Видишь, он вываливается. В чем пакет? Окорочок или вон тут? Не знаю, я бы лучше грудку взял, там мясо. Видишь? Получше. Грудку. Куриная грудка. Она? Вот она. 500. 524, ну можно пакет. Тут больше. Тут мясо, знаешь сколько? А она в смысле с толщиной? Да, да.
Она скользкая. Не-не-не. Без костей 400 рублей в обычных магазинах стоит брутто. А такая 390, ой, 350, по-моему, 250. Ну да, горочка тоже неплохо. Подешевле. Тут из моего только что? Мороженое. Ну да, только пока мороженое мое. А, и йогурт. Приправы стали хорошие. Вот это особенно с курицей, маги. Мы на Новый год. Да, на Новый год мы брали, запекали, очень хорошее. С чесночком. 41 рубль 20 копеек, тут пакет сразу сверху идет. 90 рублей полкилограмма. И арахис. 140 рублей тоже полкилограмма соленый. 111. Лапша еще яичная. 111? Да. Сколько тут даешь скидку, сколько здесь денег уже? 3000. 3000? 4? Не знаю. Я говорю 2,5. Максимум, мне кажется. Ну хотя 3, 3, 3, 3000. 2800. Сейчас набирает. Коктейль себе клубничный, говорит, очень понравился ему. Я сам уже брал, как-то снимал ролик, что можно покупать в Светофоре. Это вот этот коктейль очень вкусный, клубничный. Тетрадки, кстати, здесь тоже очень дешевые. 9 рублей 48, 48 листов в тетради. Всякие разные есть выбор. 48, да. Ну вот я говорю, что здесь примерно около 3300 примерно. Сейчас посмотрим. Ну так, примерно по ценникам считали. Примерно 3300. До 4 точно. Вот ценника нет. А как вы ее будете пробивать? Взвешивать, в смысле? Сюда же? Да, да. Взвешивать. Ну вот, сейчас новые правила, да? Давайте еще один пакет. Короче, 4000. 3925 рублей. Три пакета продуктов. Вот, в общем, ценник. Еще 4000.